Пацаны, вы живые? Сука, нет, не живые. Черепашки ниндзя, блять. Этому городу нужен новый герой. Не двигайтесь, я вас обыщу. Нет, нет, нет. Он бежит за мной. А чё, куда-то это что ли? Да они что, к бандам хотят поехать. Да погнали они в банды, погнали, знаете куда? В пе. Да. Ебать, косой тампон просто не попал. Косой тампон. Трап, тропический мальчик, который девочка. Тропический мальчик, теперь мы будем так называть трапов, которых с этим на серве. Тропический мальчик. А ты на какой ферме? Я на нулевой был. Это которая после шлагбаума, да, прямо? Да, да, да. Сейчас я приеду. Я видел, как ты уебался об забор и не смог его сломать. Вот как всегда меня, вот я типа, все говорят, что плохо вожу там. Не видят, как я там дрифчу жестко, в поворот вписываюсь, но зато все видят, как я там стоп какой-нибудь время. Жиза, жесть. Приезжайте на ферму Блубберри. Да иди нахуй, блядь, я подмешаю его. Ну иди нахуй, блядь. Вот как понять, мне чел пишет: Хома, ща приеду. Следующее сообщение. Вы там? Где-то. Я не знаю, просто... Хома, почему ты сюда на аватарке, розовая аватарка? Ты чё, педик? Так, не смей, осуждаю, критикую. Нельзя называть людей нетрадиционной сексуальной ориентации педиками. Ютуб ввёл новые правила, ожесточающие это всё, да. Осуждаю, а что с... Ждем просто набора. Да не, давайте никуда не пойдем. Кома, ты, блядь, плюс слышишь для чего? Для того, чтобы жить. Для того, чтобы пойти в банду, идем в банду. Какая банда, мы там подсосем хера длинного. Они вообще жесткие там, ты дурачок что ли? Это тебе не экспрофи. Реально, мы на серве играем второй день, я плюс слышать не умею, ни хрена ничего не умею, ты говоришь, пошли в банду. Что делать, мотовозы, чтобы мной как печенькой управляли, знаешь, и ты такой, блядь, хорошо. Не, вези ПТ. Вези ПТ, да. Подсоси по РП. Серга, конечно, конечно. Бля! Пацаны, вы живые? Сука, нет, не живые! Ты че стоп? Я не знаю, как его, ты че? Прораб говно! Да, вон, ебать, конечно, петух, ебать! Где ты это нашел, блядь? Там у меня гребень вылазит за крышу. И все, и просто потом можно будет, блядь. Крис, а пацаны, чекайте, пацаны, идите сюда все быстрее. На мое лицо чекайте. Помогите, жулик. Погодите. Нет. Ничего мне не напоминает. А теперь... Спой эту песню «Черепашек ниндзя», пожалуйста. Черепашки ниндзя с нами. Ниндзя — это новый город. Злобный Шредер, они сильнее всех вокруг. Черепашки ниндзя, блядь. Тут. Ниндзя — это новый город, ниндзя, он за нас с тобой. Марат, сука. Марат, встань рядом со мной. Лол, Эльчин передал вам ничего. У меня так написано, просто ничего. Кого, смотри. Чё? Чё ты... Мотылёк, нахуй. Мотылёк, блядь, мотылёк. Уволят, да, мотылёк. Саня перед этой хуйней, перед зеркалом. Этому городу нужен новый герой. Мы не мелкие букашки. Супер-ниндзя-черепашки. Херач. Кто врубил? Но перед продолжением видео хочу сказать, что в описании ты найдешь мой промокод и айпишник на сервер, на котором я сейчас играю. Поэтому не стесняйся, открывай описание и присоединяйся к игре. О, ты где? В больнице. А, быстрее садись, поехали. Ты чё, я думаю, ты не... Ты чё, серьёзно? Ты где эту хуету взял? Спиздил. Да, спиздил, блядь. Художественный фильм спиздили. Пизды Фриды красные. О, армии. Погнали. Ого. Не двигайтесь, я вас обыщу. Нет, нет, нет. Беги оттуда. Все, пизду эту военную службу. Обыщет он меня, блядь. Амбион бежит за мной. Крис, да, помоги ты, мне. Валим нахуй. Обыскал человека. Сука. О, он гасит, он палит. Ты че выпал-то? Ты как выпал? Прыгай, живи. Он на меня розыск навесил. Сука, в тюряге, блядь. С детками, сука. Шняга снежная, жизнь общажная. Мы едим здесь пельмени. С майонезом и без. В основном с майонезом. Но бывает и без. Сука. Тут насиловать можно, прикинь, команда насиловать есть. А, стоп, какая? Из нас. Я изнасиловал агрессора Блэка. Сука, блядь. Марат, ты где?
Сука, бля. К нам пришел грубовец, короче, за решеткой. В итоге прибежал коп, его посадил. Как только посадили его, а тут мы, блядь, впятером резко его изнасиловали вместе. Как я на экзамене сидел, у меня вообще в жизни, типа, живот так не урчит громко. Что-то я сижу, это уже под конец, что-то там гробовая, просто тишина, все еще сидят. И просто у меня живот как... Спасибо большое за просмотр, я надеюсь, видео тебе понравилось и ты поддержал его своим царским лайком, комментариями и, конечно же, репостиком. Ну и напоминаю, что эти видосики, эти монтажики выходят через день-два, поэтому советую подписаться, чтобы не пропустить. Удачи!